Вся страна сегодня отмечает День памяти и скорби. 75 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Краснодар в 4 часа утра принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Больше 10 тысяч человек пронесли свечи от Театральной площади до Вечного огня. Возглавили колонну первые лица края и города. У мемориала прошел траурный митинг. Здесь вспоминали и солдат, воевавших на фронте, и жертв концлагерей, и тружеников тыла. А уже через несколько часов на Вечном огне возложили траурную гирлянду и провели всероссийскую минуту молчания. В половине 10 часа Краснодар замер на 60 секунд. Автомобилисты поддержали акцию гудками машин.